Привет из Японии, с вами Наташа. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы видите, у нас японские зубные пасты. Японцы, как всегда, впереди планеты всей по новым разработкам. Поэтому я сегодня хочу показать вам разные пасты, которые по-разному применяются. Не только пасты, есть гели для зубов и так далее. Сейчас я вам расскажу подробно. Так, вот у меня тут выставлена целая батарея. Это, конечно, далеко не все, что есть в Японии. Это то, что на сегодняшний день есть у меня дома. Только одна сегодня у нас паста от производителя Као. Остальные все пасты от производителя Lion. Как вы уже поняли, я поклонник производителя Lion. Так, вот это паста Система. Сегодня оставим ее в покое, я не буду про нее рассказывать. Сегодня у меня главный герой — это линия Клиника. Вот эта Клиника — самая обычная традиционная зубная паста. И вот это более улучшенная версия Клиника Advantage. Так, я пользуюсь обычно вот этой Advantage. Чем она лучше? В принципе, обе вот эти зубные пасты снимают зубной налет, препятствуют распространению микробов. Но кроме этого, вот чем выделяется вот эта продвинутая версия, она оставляет фтор на эмали после чистки зубов, и ваши зубы хорошо защищает. То есть фтор даже убирает, как бы восстанавливает эмаль, убирает мелкие трещинки, препятствует развитию кариеса. Очень хорошее действие. Так, что я еще советую в дополнение к этой пасте? Это вот такой лечебно-профилактический гель. Клиника тоже, он называется Advantage. Что это за гель? Что очень здесь важный момент какой? Сначала вы чистите зубы зубной пастой, только потом гелем. Если сравнить, допустим, с тем, как мы моем голову, это будет шампунь, это будет кондиционер. Какое его действие? Гель содержит фтор. То есть, когда вы чистите зубы после зубной пасты вот этим гелем, фтор остается на зубах, растекается по ним и оставляет как бы небольшую пленку. Фтор обеспечивает восстановление эмали, препятствует появлению новых очагов кариеса и также останавливает прогрессирование кариеса уже имеющегося у вас. Также очень важно его значение, он препятствует воспалению десен. У кого есть проблемы с тем, что десны воспаляются, очень хорошо применять вот этот гель. Что еще тут очень важный один момент? Когда мы почистили зубы этим гелем, мы его практически не смываем. Полоскаем рот только один раз, это очень важно. Так, и еще хочу вам показать отбеливающую пасту. Она практически не была в свободной продаже, появилась сравнительно недавно, но я ей пользуюсь уже около 2 лет. Раньше мне ее порекомендовали знакомые стоматологи, так как она распространялась только по зубным клиникам. Теперь ее можно уже купить всем, кто хочет. Что в ней такого особенного? Она удаляет зубной налет, опять же, очень хорошо очищает зубы, отбеливает их. Но чем она отличается, чем отличается воздействие этой зубной пасты, отбеливание этой зубной пасты от других? Она не повреждает эмаль совсем. Почему? У нее очень интересное действие за счет того, что в пирофосфатах, которые находятся в этой зубной пасте, существуют отрицательные ионы. Вот давайте посмотрим на картинки. Я думаю, так будет нагляднее. За счет притяжения отрицательных ионов зубного налета и положительных ионов зубной эмали, зубной налет отлаживается на зубах и прочно к ним прикрепляется, и вы не сможете очистить его обычной пастой. Пирофосфаты, которые входят в состав нашей зубной пасты, имеют отрицательные ионы с более сильным действием, чем зубной налет, поэтому они проникают через него и приподнимают этот зубной налет. Постепенно зубной налет отделяется от зубной эмали. Зубная паста убирает зубной налет, не повреждая зубную эмаль. Таким образом мы получаем чистые, белые, красивые зубы, не повреждая зубную эмаль, что очень-очень важно. И последняя паста на сегодня – это паста Zact.
Она в основном рекламируется для курильщиков. Даже вы видите такая реклама, сигареты. Здесь написано, что она устраняет табачный налет и табачный запах изо рта. Паста очень хорошо очищает вот этот табачный налет. Также ее можно применять не только любителям сигареток, а также тем, кто любит кофе и любит чай. То есть она снимает вот этот темный зубной налет. Она очень хорошо очищает и отбеливает зубы. Но не забываем, что чтобы не повредить эмаль, ей нужно пользоваться один раз в неделю. Этого хватит всем любителям сигарет, чая, кофе. Можно пользоваться этой пастой. Так, ну, еще раз подводим итоги. Что лично я вам рекомендую? Паста, раз. Гель после пасты, два. И иногда отбеливающее средство. Это вот эта паста. Бриллиант Молд. Это то, чем я пользуюсь сама. После того, как я стала пользоваться вот этим набором, что очень интересно, да, я про гель рассказывала подробно. Еще раз хочу сказать, что за 2 года, что я пользуюсь вот этими пастами, я не была ни разу у зубного. У меня не болят зубы. Хотя у меня зубы проблемные, и очень часто приходилось обращаться к врачу. Насколько это хорошая паста и гель, я убедилась на личном опыте. Поэтому от всей души советую вам. Я думаю, вы не пожалеете, если попробуете. И забудете про вот эти мелкие походы к врачам. Что там болит, там болит, там болит. В принципе, можно будет сократить эти неприятные визиты, если пользоваться постоянно вот этими пастами. На сегодня все. С вами была Наташа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте заходить в наш магазин Цуджимото Маркет. Пока-пока!